Всем привет, с вами товарищ Сафронов и товарищ Ваня. Привет. У нас сегодня Акедо, вот такой гигантский набор. Бокс, да. С боссами. Тут боссы, я их взял по распродажке, брал на Амазоне, ну, как бы вы все знаете. Скажем спасибо Бандерольке за этот выпуск. А что это у нас тут? А тут у нас сервис по доставке товаров. Покупайте 3-5 раз дешевле, чем товары стоят у нас, или получаете эксклюзивы, которые вообще не найти. Мы нашли ее, Сью! Из Бандерольки у вас получится сделать заказ, даже не зная иностранного языка и особенностей оформления в магазинах. Да это ж круто! Переходите по ссылке в описании и получите свой адрес в странах, где покупать очень выгодно. Сделали это! Отличная работа! Досмотрите ролик и вперед за покупками с Бандеролькой. Ну а теперь мы будем его раскрывать и смотреть, что у нас здесь. У нас здесь Акедо называется Power Storm. Это как силовой шторм или шторм силы. В общем, что-то такое. У нас тут двойная защита. Значит, набор с двумя фигурками. И вот видите, такие огромные коробки. С каждой стороны арт. С этой стороны у нас вот боец в зеленый, а с этой стороны... Боец, робо-мышь какая-то. Есть еще в этой серии снеговик и огненный чувак. Ну, а сейчас мы посмотрим, что внутри. Что внутри. Так, открываю. И интересно посмотреть, какого они размера. Да, как они выглядят вообще. Есть. Такой большой. Ну, сейчас посмотрим, это такие же большие или почему такая гигантская коробка? Даже интересно. Может, они вот таких размеров? Может, они побольше еще? Или это просто эксклюзивный? О, нет, тут смотри, прикол вот в чем. Оказывается, тут просто в этой коробке две коробки. Что? Две коробки, да, они сами по себе. Нет, это как по размеру, как те чуваки. Во, две коробки вот таких вот Акедо. Но сейчас будем распаковывать. Давай вначале распакуем вот этого. Так, распаковываем. И хотим посмотреть. Хочется посмотреть. Разве они большие? Ну да, они большие. Ну как у тебя был здоровый чувак. Это я думал, они будут еще больше, да? Ты тоже думал, за то, что гигантская коробка. Они там будут совсем такие огромные, гигантские. Ну нет, они просто как большие титаны, просто новая серия, типа эксклюзивно. И вот и всякое такое. Так, как бы мне не порезаться, открывая с этой стороны. И что у нас тут? А, тут скотч. Тут скотч. И... Давай режься. Нож не самый острый. Острых ножей нет сегодня. Потому что безопасность превыше всего. Так, ладно, открываем все. Тут есть... У нас, кстати, тут, смотри, интересная такая штучка открывается как-то. Тут у нас есть это лаунчер. И можно, но зачем? Есть буклет. Сейчас посмотрим, что у нас за буклет здесь. Кто у нас здесь? О, просто какие есть в коллекции. Тут и старые, и новые, да, наверное. Ага. Четырехрукий медведь есть, кальмар. Да, слушай, многих я даже не видел в начале. Это новинка. Новинки, да? Самый классические, сильный. Ультраредкие и вот эти вот гиганты. А с другой стороны, варианты правильно. Игры. Варианты игры, варианты боя. Так, значит, давайте смотрим лаунчер. Ух, какой. С огромной кнопкой. И у нас тут даже, смотрите, меняется цвет на красный. Видишь? Да, в каждом. Да? Я уже забыл. Снизу тут даже все красивенько. И также есть подсчет очков. Трынь, трынь. И наш чувачок, качок-чувачок. О, ничего себе, у него руки будут двигаться. И его броня. Непробиваемая. Нет, она должна быть пробиваемая, иначе. Так, это, короче, какой-то усовершенствованный чувак у нас. Помнишь, он был один из моих любимчиков, кстати. И у него, смотри, будут вылетать руки. Становятся еще длиннее. Они с какими-то шипами, зеленые, и у него вот такая вот голова. А если мы попадаем на него, ну-ка, вот он так разваливается. Тут уже нет никаких этих значочков, ну тут просто его главное развалить. Кстати, если вы подумали, что вам это не нужно, то можете взять это антистресс. Антистресс?
Неплохой. Так, и цепляем теперь броню. Баб, дай, погоди. Да. Давайте научим подписчиков. Давайте научим папу вначале. Так. И а сколько у него это? Сколько у него жизни? 10. 10. Нет. А что это, 5 и 10? Я забыл, что из них что. Погоди, дай. Что из них что? 10 жизней и минус 5 урона. Так, устанавливаем его. Сейчас. Пап, ты совсем... А, все, я совсем все забыл. И давай-ка запустим, посмотрим. Прикольно. Просто, мне кажется, непробиваемый, если так всегда вот так жать. У него огромные ручища. Мне кажется, вот... Так, тренируйся им пока. Я открываю второго приятеля нашего. Это супер профессор, ученый какой-то робо-мышь. Вот такой. Сейчас мы на него тоже взглянем. Я сейчас тебе разорву, робо-мыш. Кровожадный зеленый чувак. У меня робо-мышь. Я буду, в общем, за робо-мышь играть, да? Да. А ты будешь за вот этого непонятного зверюгу. Это вообще вот так вот скотч, его нужно отлепить. И... У тебя антистресс, ты это, как это называется, фиджет-игрушка получается. Прям интересно. А у него там 4 руки, да, у этой робо-мыши? 2. По-моему, 4. Одна рука. На одну руку две вот эти ладони. Да ну что ж такое, ты будешь делать? А, нет. Порвал? Чуть-чуть. Тебе не надо. Так тебе не надо. Робомышь. Так тебе не надо. Открываем. Открываем. Открывамба. Наши пальчики у стамба. О, у него эта подставка тоже другого цвета, да? Класс. Так, берем. Во, а такая фиолетовая. Подставками. Смотри, ну, в принципе, их же можно менять. Ну нет, оставь, давай вначале так, как есть, сыграем. Смотри, тут зеленым. Выходит ко мне, ну, буглетик уже не будем смотреть. Выходит ко мне робо-мы. Так, их тут и упаковывают. Уже развалился. Ай-яй-яй. Зато он, посмотри, какая он мышка-мимишка. Мишка-мими. Посмотрим, давайте поближе. Кто это не считается, ставьте лайк. Так, посмотрим поближе. Так, фокусируемся. 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 Не хочет, почему ты не хочешь фокусироваться на моей робо-мыше? Она моей хочет. Во. Смотрите, у него костюм со всякими энергоштуками. На руках у него здесь такие пилы, а здесь энергоперчатки, и они будут вращаться. Эти, причем, перчатки очень увесистые, такие тяжеловесные. Прикольный такой, зеленолицый. Это такой Халк на минималках. Зеленолицый очкарик. Халк чуть-чуть похудел. И у него такие какие-то кристальные ноги. В качестве брони он использует костюм робо-мыши. Который я сейчас надену на него за 2 счета. Во. И он становится вот такой вот неуправляемой, типа робо-мышкой. А если, ну, это мы уже видели, что если нажать, он разваливается вот таким вот образом. Прикольно. Так, давайте... А сколько у него хпшки? Дай посмотреть. 10. Хп здесь. Минус 4, а у меня минус 5. Я не знаю, мы просто будем сражаться. Мы просто сражаемся. Нет. Мы просто... И сколько за один удар мы... Я сношу 5, а ты 4. Да? Ага. Ну, у тебя тоже 10 хп. Давай, ставь. Чё? 10 хп. 10 хп ставить? Хорошо. Итак, погнали. Битва. Нет, снес мои. Я сейчас тебе... А, да, 1-1. Так, давай, иди сюда. Сейчас супер тактика, Мисилова. Минус пять. Минус пять, какая-то зеленая часть отлетела, что-то такое. Минус 5. Ты у тебя на 5, да? Да, еще за 2 удара ты мне, давай заново.
За два удара тебе. Ну, я забыл, какие они прикольные, давно в них не играли. Раз, три. О, в этот раз я быстро снес твою броню. И тебя я уроню. Нет. Да, минус 4 ставь. Отлично, идем. Молодец, очкарик. Молодец. Помогите, я не могу достать. Ага, держи. Держи, мой робо мышонок слишком хорош для тебя. Уверен? Ага. Что? Победил робо-мышонок. А, еще один остался. У меня одно хп. Одно хп, можешь с ним еще... Мы с тобой на равных, давай без щитов. Нет, давай, иди сюда. Давай без щитов, правда. Без щитов? Я тоже. Хорошо, один удар, снимаем щиты и погнали. Нет! А кто тут мастер пакета? Прикольно. А можно им поменять, я забыл? Да, можно. Ему на него нацепить можно? Не, нельзя. А, ты говорил по проставке. Давай теперь я... А, нет, вот можно. А на меня можно нацепить эту зеленую? Нет, нельзя. Почему? У тебя вот эти кручащие штуки. Мешать будут? Да. Да. Нет, он меня может, смотри, он нацепили, и теперь он вообще не слезет никак, мне кажется. А, нет, слезет. Ну ладно. Папа, а давай теперь я за робо-мышь. Давай. Посмотрим, насколько он хороший. Так, тактика. Несмотря на то, что у меня 4 рора, но у меня... Давай просто так помахаемся. Нет, давай здесь урон. 10 хп ставь. Да? Хорошо. И погнали. О, нет. Уверен, что хочешь со мной сражаться? Нет, распилил меня. Так, минус 4. Тебе 6 должно. А, мы думали, что этот круче. Кажется, рубомыш круче. Да? Кажется. Нет, мне нравится сих пор. Давай, погнали. Нет. Один хп. Давай, без костюмов. Нет, костюмов. Ну ладно, давай, в костюмах. И... Нет! Тем более ты меня снес? Да. А я тебе. Прикольно. Короче, Акеда прикольные гиганты вот с такими фишечками распаковали и довольны. Осталось поиграть с ними еще. У нас, кстати, есть еще на обзоре очень интересная Акеда по новому... Не будем говорить. Если не смотрели. Почему? А, посмотрите, что это за акеда в распаковке. Точно, на канале. Давайте. Пока-пока. Ставьте большие пальцы вверх. Нет. И до пока. Новых встреч. Пока. Я буду пока добивать его. А это моя благодарность Бандерольке. Бандерольке — это сервис, который помогает с покупкой и доставкой товаров из США, Германии, Великобритании и Турции. Теперь у нас есть такая услуга, как посылка с доставкой. Этот сервис с большим опытом. В этом году Бандерольке исполнилось 13 лет, а сам я пользуюсь Бандеролькой 8 лет. И мои посылки вы можете посмотреть по запросу на YouTube Сафронов Бандеролька. Куда подойти, чтобы забрать посылку? Не нужно никуда идти, доставим по адресу. Через Бандерольку вы можете заказать крутые гаджеты, проверенные годами бренды, топовые модные новинки и классику, эксклюзивные вещи, которые почти нигде не достать, или раритетные оригиналы, о которых всегда мечтали. Теперь вам все это доступно по очень выгодным ценам и доставкой прямо домой. И не волнуйтесь за сохранность. Ваши посылки даже из разных магазинов надежно переупакуют перед отправкой. Крутых магазинов, где можно закупиться огромное множество, но иногда бывает сложно разобраться в их форме заказа. Так сложно! Непонятно. Это не проблема, так как на сайте есть услуга помощь при покупке. Вау! Операторы выкупят товары и помогут сэкономить, применяя купоны и промокоды. Твоя жизнь изменится в лучшую сторону. И так вы сможете получать товары из-за рубежа, даже не зная язык. Do you speak English? Нет, я все покупаю, пользуясь Бандеролькой Мариванна. Так еще и оплатить это все легко и удобно, пользуясь в том числе российской банковской картой или криптовалютой. У кого настоящие кроссовки? Ставь лайк, если догадался. У вас будут настоящие кроссовки, эксклюзивные вещи в их лучшем исполнении и еще многое другое по отличным ценам. Так интересно, кому эту посылку прислали? А еще это крутой способ сделать подарок для второй половинки, подсмотри идеи на сайте, или удивить подарком ранее недоступного и давно желанного бренда. Thank you.
You are Balenciaga, Harry. На сайте Бандеролька вы можете найти список всех доступных для заказов товаров. У меня особый заказ. Очень гибко настроить отправку своей посылки, например, убрав лишние коробки или сфотографировать заказ перед отправкой. А главное, после регистрации вы получите свой адрес в Турции, Великобритании, США и Германии. Но не могу же я новые выгодные предложения пропустить! И вы можете ждать распродажи на любимые товары с невероятными скидками. А оформив подписку Quintri Plus, можно еще больше экономить на страховке и доставке. Вот эта коробочка, то что надо! Не обязательно делать такие большие заказы, как я. Вы можете заказать и небольшую посылку, как подарок, так и для себя любимого. Получается, мы доставили посылку сами себе? Здорово! Миу, 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 миу! Я напоминаю, что этот ролик не вышел бы без бандерольки. Та-дам! Так что перестаньте уже упускать возможности и перейдите уже по ссылке в описании, покупайте бренды выгодно. Пользуйся бандеролькой.